Нострадамус назвал знаки зодиака, которых ждет удача и счастье в сентябре. Здравствуйте, звездные искатели! Сегодня мы погрузимся в пророчество Нострадамуса, чтобы узнать, какие знаки зодиака окажутся под защитой удачи и счастья в этом сентябре. Готовы узнать, кто эти избранные? Тогда начнем, только обязательно подпишись на наш канал, а мы начинаем. Первый знак – Близнецы. Близнецы, этот месяц для вас будет наполнен удачными случайностями и веселыми приключениями. Нострадамус утверждал, что ваша социальная активность достигнет пика, привлекая новых интересных людей в вашу жизнь, которые могут предложить вам как романтические, так и профессиональные возможности. Ваше любопытство и адаптивность помогут вам сделать правильные выборы в нужный момент. Второй знак – Дева. Девы, сентябрь обещает стать месяцем, когда ваша усердная работа и внимание к деталям принесут вам заслуженное признание и, возможно, даже продвижение по службе. Нострадамус видел, как ваша способность к анализу и планированию расставит все пазлы удачи на свои места, привлекая профессиональные и финансовые успехи. Третий знак – Весы. Весы, в этом месяце ваши привычные усилия по созданию гармонии и справедливости окажутся особенно успешными. Ваши межличностные отношения укрепятся, а справедливый подход к деловым вопросам принесет вам пользу. Нострадамус упоминал, что ваше естественное чувство красоты и баланса привлечет в вашу жизнь счастье и успех. Четвертый знак – Стрелец. Стрельцы, ваш неутолимый оптимизм и жажда новых знаний откроют перед вами двери к необычным и захватывающим возможностям. Сентябрь принесет в вашу жизнь путешествия или образовательные проекты, которые могут кардинально изменить ваш взгляд на мир. Нострадамус говорил, что ваша открытость и готовность к риску будут вознаграждены невероятными приключениями и духовным ростом.